знаете, это целая такая большая задача для педагогики современной — понять, какие виды деятельности в наибольшей степени способствуют интеллектуальному развитию. И в самых разных подходах идет поиск такой. Кто-то ищет, каким образом сделать более прозрачными, понятными, интеллектуально доступными школьные предметы. Кто-то ищет все это во внеучебной работе. Вот так сложилось, что в нашем университете сразу стали большое внимание уделять шахматам как одна из версий, да, повышения интеллектуальной емкости вот такой школьной жизни, повышения интеллектуальной привлекательности. Для нас это такой знак, для наших студентов, для той атмосферы, которая создается в университете, что мы ценим интеллектуальный труд, что интеллектуальный труд — это не только какая-то обуза, но это и крайне увлекательное, интересное дело. И то, что университет открывается за счет шахмат всем остальным, это также дополнительная для нас возможность познакомить людей с университетом, познакомить их с нашей средой, познакомить с теми ценностями, которые мы здесь культивируем. В 2017 году в Московском городском педагогическом университете был открыт Международный центр шахматного образования Анатолия Карпова. Собственно говоря, инициатором открытия был сам Анатолий Евгеньевич Карпов. Хотелось очень в одном из ведущих вузов Москвы открыть такую школу, которая бы интегративно объединяла все интересные инновационные идеи в области шахматного образования. Вот с этого периода, с 2017 года, мы проводим московские кубки Анатолия Карпова в разных абсолютно возрастных категориях для разных шахматных школ. We'll be right back.